Это снова Михаил Грачев. Чтобы рассказать об этапах создания продукта и о команде, которая это делает, нам достаточно всего 3 минуты. Производственный цикл компании «ГРАС» начинается с чистой идеи. Формулы будущей продукции создаются нашими лучшими специалистами, преданными своему делу. Именно благодаря этим людям наша компания представляет на рынке 130 наименований продукции профессиональной автокосметики и 94 средства профессиональной уборки. Следующим шагом идет этап тестирования. Мы подвергаем всю будущую продукцию компании самой строгой проверке. Только испытанные средства в дальнейшем смогут попасть на рынок под брендом компании «ГРАС». Когда продукт создан в теории, остается произвести его на практике. Здесь в работу вступает отдел закупок, только лучшее сырье поступает на производство. От этого зависит качество изготавливаемой продукции и, соответственно, репутация всей нашей компании. Ну, наконец, на заключительном этапе в дело вступает отдел продаж, основной задачей которого является донести до потребителя весь спектр предоставленных компанией товаров. Мы постоянно следим за географией присутствия и расширяем ее границы. И на сегодняшний день наша продукция продается уже более чем в 35 странах мира. Чтобы каждый человек имел возможность приобретать профессиональную автохимию, средства для клининга и пользоваться ими с удовольствием. Чисто. Снова уложились в отведенное время. Мы постоянно движемся вперед вместе с нашими партнерами. Присоединяйтесь к команде «ГРАС».